Самые активные и креативные. В детском лагере «Юнармеец» встретились яркие представители молодежи Щелковского района. В течение 4 дней здесь работает лагерь молодежного актива «Я живу в России». Мероприятие проходит уже в 4-й раз. Посоревноваться в знаниях и творчестве решили 87 ребят, в основном воспитанники колледжей района. Ребята очень активные, молодые. Возраст в основном это 17-20 лет, с активной жизненной позицией. Очень приятно видеть такие замечательные молодые лица, что они у нас есть. Темой этого года стало избирательное право. В игровой форме ребят поделили на 4 штаба. От каждого выбрали кандидата в президенты лагеря. А далее все как в жизни. Написание политических программ, дебаты и многое другое. Это не игры в политику. Задача мероприятия намного масштабнее. В том числе повышение политической грамотности у молодежи, выявление самых активных ребят. Это проявление не просто активности ребят, не просто их активной жизненной позиции. Это определенные их шаги дальнейшего хождения, в общем-то, в политику и во власть. Лучше в игре познавать трудности пути жизненного, чем в жизни спотыкаться и очень больно ударяться об эти трудности. И, наверное, вот именно в этих играх рождаются личности. Каждый день лагеря расписан по часам. Скучать здесь не приходится, а самое главное, не работает интернет и почти не ловит связь. Так ребятам некогда, а главное, некуда отвлекаться. Все идеи приходится придумывать самим. Большим подспорьем для участников стали специальные тренинги и мастер-классы. Партия наша называется «Правдолюбы». Она само название себе говорит. И мы за честную правду и за правду. За честное избирание. Поэтому... А дальше нас будут избирать, мы предлагаем свои условия для избирателей. Они сами уже будут выбирать. То есть мы сама чистота правды. К нам приезжала женщина, она как раз-таки нам объясняла, как правильно вести себя на сцене, как правильно перемещаться, чтобы не допустить таких ошибок. То есть полезной информации было очень много. К примеру, одно из заданий для ребят подготовили активисты Щелковской молодой гвардии. За 1,5 часа под ключ придумать политическую программу с эмблемами, тезисами, подготовить презентацию проекта. Оценивает ребят специальное жюри. Непросто. Очень непросто, потому что я уже сказал, что ребята очень разные и по темпераменту, разные по знаниям. Они по-разному думают. В результате всех состязаний будет выбран президент лагеря молодежного актива. Вместе со своей командой он формирует программу одного дня молодежного форума в следующем году. Но главное – это все-таки дружеское общение, активное времяпрепровождение на свежем воздухе и новые знания. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».